Доди, доведи оптимиста до инфаркта. Проект «Виверских рыцарей» 2011 года издан весьма ограниченным тиражом в связи, ну, сами понимаете, посвящен памяти испанского маргинала, мыслителя, просто алкоголика Дона Себастьяна Разъебентуса Кончитуса 1861-1917 годы жизни. Котя, проблемка нарисовалась. Ты не знаешь, случаем, кто такой Дон Себастьян Разъебентуса Кончитуса? Может, он белорус? Смотреть на царя зверей. А может, он Карла Маркса друг? Или этого? Жида какого? Энгельса? С Лениным, который дружил. Оп! О! А может, он этот самый Столыпина брат? Или еще какого-нибудь реформатора? Что-то... Иди. Шо? На царя зверей? А теперь поясним, кто такой Дон Себастьян Разъебентус Кончитус. Из архива Дэвида Блейна. Дин-дон. Сейчас открываю. Здравствуйте, Дон Себастьян. Ну и вам привет в хату. У вас устойчивый запах героина. Как мне нравится поутру этот запах. Мне надо килограмма 2-3. У нас нету сейчас Дон Себастьяна. А мне похуй, что у вас нету. Вы должны мне 3 килограмма героина. Или паяльник будет в вашей заднице. А кто это у вас держит камеру? Это не волнуйтесь, это Дэвид Блейн. А мне похуй на Дэвида Блейна, и у него паяльник в заднице. Вот я Дон Себастьяна, нехер меня снимать на камеру. Или 3 кило героина, или 3 паяльника в заднице. Понимаешь, все? Тебе, мужу и Дэвиду Блейну, и все его домашнему. Не снимай меня нахуй, бля. Съеби отсюда.